Рыба-кит, папа рисует. Привет, я Ваня. Давай сегодня нарисуем открытку с секретом. Я уже рисовал такие открытки, их легко сделать. Я их сделаю и делаю, и буду делать на обычной бумаге. Складываем лист бумаги пополам, сгибаем. И еще раз складываем пополам и сгибаем. У нас получается уже секретная открытка, которую можно раскрасить и придумать и нарисовать. Вот так вот открываем. И получается у нас вот здесь мы можем нарисовать, здесь и здесь. А когда откроем, у нас получится здесь тоже что-то нарисовано. И что-то тоже интересное можно нарисовать. Я сегодня хочу нарисовать единорога. Я еще такого единорога не рисовал, но надеюсь, у меня получится. Давай поэкспериментируем. Я хочу, чтобы у единорога был глаз. Вот примерно здесь. И он открывался примерно посерединке. Я рисую большой круглый глаз моему единорогу. Здесь большой блик, а здесь маленький блик. И мой глаз можно же раскрасить сразу. Не мой глаз, а глаз единорога. Я немножко заговорился. Так, раскрашиваем, раскрашиваем, раскрашиваем. Это глаз. Отлично. Бровку здесь нарисуем, отлично, все нарисовали, отлично. Теперь рисуем ухо. Ухо вот здесь у моего единорога, вот так вот. Раз, два, три, четыре. Ухо. И сразу чубчик. 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 А теперь мой единорог, теперь я ему все основное нарисую. Ему морду вот так вот, он идет сюда, сюда. Сюда и сюда. Вот такой единорог. Здесь у него шея, она немножко заканчивается. Тут как бы закончилась шея. А теперь вот здесь гриву. Грива здесь будет. Вот здесь у него грива будет. И я как раз сейчас ее нарисую. Вот так вот она будет выглядеть. Вот так вот. И раз. А здесь и два. Вот так вот. Вот такая грива будет. Здесь у него рот. А здесь мордочка такая вот так будет. Тук. И здесь вот розовое будет, а здесь все светлое будет. И, конечно же, нарисуем ему рог. Рог нарисуем вот так, чтобы рог был у моего единорога. Отлично. Вот такой единорог получается. Очень простой рисунок, согласись, нетрудно так нарисовать. Прям можешь прям зафиксировать, посмотреть, как это сделать, нетрудно. А теперь будем какой-то фан делать внутри открытки, чтобы тот, кому ты подарил его, обалдел. Во-первых, нарисуем глаз. Нарисуем глаз, большой глаз. И зрачок. И все это раскрасим здесь. Отлично. А теперь рот. Рот мне хочется сделать огромный. Как будто мой единорог огромный рот открыл. Смотри, вот так я делаю. Вау, вау. Вот так. А здесь грива. Грива будет очень красивая. Смотри. Сейчас получится, надеюсь, у меня так. Вот так. И раз. И два. И три. И четыре. И посмотрим, как сюда заходит. Отлично заходит. Все, грива получилась отличная. Теперь нарисуем зубы ему. Зубы единорогу. Я еще не нарисовал. Такие зубы. Это прикольная открытка получается. Здесь нарисуем, что он сильно открыл рот. Растянул. А здесь нарисуем... я не знаю, что это, но я скажу, что это язык. Хотя, может быть, это и не язык. Ну, сам догадайся, что это может быть. Отлично. Закончили рисунок, теперь раскрасим. Раскрашиваю я масляной пастелью. Очень просто. Здесь у него розовый. Здесь розовый. Грива тоже розовая, но не вся. Потому что мне хочется, чтобы... было что-то не розовое. Вот, например, сверху и снизу розовое, а внутри будет цветное. К примеру, будет как радуга. Здесь тоже розовое. Так начинает. А потом как радуга. И как раз сейчас мы начнем делать радугу. Мне хочется сделать синюю вот здесь вот. Голубое. Голубым. И вот здесь тоже розовое надо. Чтобы так человек брал и видел только розовый. А после этого, как ты открывал, он видел бы все цвета радуги. К примеру, я хочу не только по цветам радуги, но и по разноцветным покрасить. Не только, как, знаете, красный,
оранжевый, желтый, зеленый, а какие-то другие цвета взять. Вот, например, синий мне нравится, зеленый мне нравится, зеленый, оранжевый нравится. Наверное, я возьму сейчас оранжевый. Еще я хочу желтый использовать, но, наверное, уже не влезет сюда желтый. Желтый и зеленый. И зеленый, и даже какой-то еще и темный хочу сделать, фиолетовый, может быть, использовать. Есть у меня и фиолетовый, я его хочу здесь тоже использовать. Так, так. Здесь можно тоже добавить фиолетового. В общем, раскрашивать, конечно, ты можешь по-своему. Потренируйся, может быть, у тебя что-то получится и еще лучше, чем у меня. Давай так. Теперь вот здесь точно радуга. Здесь просто радуга должна быть. Ощущение, что единорог делает радугу. Красный. Что там в радуге? Надо опять вспоминать, хоть я и знаю. Красный, оранжевый, оранжевый, желтый. Берем желтый. Где же желтый? Куда же он делся? Желтый, вот мой желтый. Желтый. Теперь зеленый. Так, зеленый, 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 светлый. И зеленый темный. Мне нравится, когда много зеленых, и можно разные использовать. Иногда использую только один цвет зеленый, я всегда использую несколько. Теперь я беру голубой и синий. Синий тоже влезет. Ну, все цвета основные у меня влезли, кроме фиолетового. Фиолетовый маленький кусочек влезет. Маленький кусочек. Но я его здесь добавлю, здесь. И наверное, рог будет желтым. Рог желтым. Все. Все. Вот на этом, я считаю, моя открытка закончена. Такую открытку я еще не видел. Я ее сам только что для тебя придумал. Складываем и думаем. Так, я такое иду, такое думаю. Подарю-ка я своей подружке Ларисе такую открыточку. Скажу, вот тебе открыточка. Единорог такой милый, я для тебя няшно нарисовал. Она такая, как очень просто, что-то очень скромно. Ты мог бы что-то поинтереснее нарисовать? Ты умеешь рисовать? Я говорю, да, ты открой. А она такая, вау. И что-то такое получается. Вот такая открытка. Несложно ее нарисовать, согласитесь. Придумать что-то можно и свое, что внутри лежит у единорога в голове. Но это все-таки интересно. И такой эксперимент. Спасибо, что ты досмотрел ролик до конца. Приходи еще. Будет что-то еще интересное. И рисуй свои открытки такие. Это правда весело. Можно придумать что угодно. Все, до свидания.